Привет, братишка, привет, сестричка. Ты находишься на канале ZEV. С тобой, как всегда, Александр. Сегодня мы снова начинаем видео на той же самой горе, что и начинали предыдущее видео по Red Dead Online, в частности, нас интересует онлайн. Мы с тобой разговаривали на ту тему, на очень такую печальную тему, о том, что вот Red Dead Online уже как бы не тот, что раньше был. Нету обновлений, вообще много всего не происходит в этой игре, чего хотелось бы ожидать от разработчиков, но как-то они с неохоткой, что ли, разрабатывают вот эти все обновления, и вообще никакой информации сейчас нету. А конкретной какой-то инфы по обновлению я, конечно же, тебе не смогу предоставить, но зато я тебе скажу, что все-таки стоит ждать в скором времени обновления для Red Dead Online. Почему? Потому что сейчас ты, наверное, заметил, ты же смотришь, ты же мониторишь, ты так же, как и я, ждешь, это, не знаю, наверное, самая ожидаемая какая-то активность от Rockstar, это выпуск обновления для Red Dead Online. Потому что Rockstar делает все возможное, но только не обновление для Red Dead Online. Хотя сейчас, возможно, уже и наоборот, они уже заканчивают обновление, ну, делать обновление для Red Dead Online. Так вот, начнем с самого вкусного и самого интересного на данный момент. Все, наверное, вот кому не лень сейчас, все говорят о том, что вот обновление скоро будет, обновление, обновление и еще раз обновление. Поэтому не буду долго томить. В общем, скажу ту информацию, которая сейчас известна. Одни утверждают, что обновление выйдет 12 июля. Да, этого месяца, уже 12 июля. Это, конечно же, очень интересная информация, и, ну, я не знаю, на первый взгляд какая-то очень странная, потому что в воскресенье никогда обновлений никаких не выходило у Rockstar, в частности. Поэтому, возможно, выйдет в понедельник-вторник, а понедельник-вторник это уже 13-14 число, но это нужно там смотреть, как что будет конкретно. Но вот есть вторая у нас теория. Хотя, я тебе скажу, что выйдет, если 12-го, это, конечно, плохо, потому что 12-го работа. Вот если выйдет в понедельник, вторник, 13-14, это будет вообще замечательно. Но есть и второй, так сказать, лагерь людей, которые считают, когда же выйдет обновление. Так вот, они говорят, что выйдет, точно уже выйдет. Конкретных чисел уже нет, как в первом случае, но точно уже заверяют, что до 15 августа обновление для Red Dead Online поступит в наши ручонки, да, на наши компьютеры, мы его скачаем, будем радоваться жизни. Никакой информации, в частности, нету. Многие, конечно, ты, наверное, в частности, тоже задумаешься, вот, а откуда такая информация, да, я же должен ее чем-то подкрепить. Я никаких скриншотов не буду кидать, как это делают многие, я лишь тебе расскажу вообще на основе чего, да, на основе чего, да какой полоски добраться, я не понял. А, вот. А на основе чего многие сейчас блогеры делают ставку на то, что все-таки выходит обновление. Первое, да, о чем нужно сказать, что, ну, навряд ли, если бы это был какой-то патч очередной от Rockstar, ну, шумиху он бы не вызвал такую, как сейчас, в данное время, потому что уже после последнего обновления самогонщика выходило очень много патчей, но не перед выходом никакого патча не было столько шумихи, как сейчас, потому что сейчас, я еще раз повторюсь, только, наверное, самый ленивый не сделает видос на тему выхода глобального обновления для Red Dead Online и не скажет, что ну вот, наконец-таки Rockstar разродились и нам выпустят в скором времени обновление для Red Dead Online. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что да, эта информация, которая сейчас везде фигурирует, это именно инфа. Ой, ё-моё, ой, вы меня не собьете, пацаны? Да, они меня просто пытаются забить до смерти-то, а? Так, вот так вот, самогонщик-то надо захилять. Сейчас, тут как жестко, да, у нас с тобой? Ну, вот так вот на миссии ходите, когда ты о чем-то пытаешься рассказать. Так вот. О чем это мы с тобой? А мы с тобой об обновлении и об официальной информации, которая вообще известна на или вообще находится на просторах интернета, и о которой многие блогеры, обзорщики вообще говорят. Так вот, эта информация заключается в том, что в Стиме нашли некоторые файлы, указывающие на то, что сейчас тестируют какое-то, можно сказать, обновление.
И что самое интересное, да, вот казалось бы, ну, а вдруг это все-таки патч, да, все-таки это не обновление, а просто очередной патч. То, опять же, столько шумихи точно не было, потому что, возможно, кто-то знает конкретнее информацию какую-то, но просто не говорит об этом. К сожалению, кроме вот этих вот файлов, ни у кого ничего больше нету. Никто больше ничего не знает, поэтому только нужно надеяться, что все-таки это реально указывается о глобальном обновлении. Потому что, ну, патч тестировать, я не знаю, зачем патчи тестировать? Да, только если учитывать тот факт, что вот с последним патчем они немножечко лажанулись, если так можно сказать, да, выпустив обновление для фикса поезда, и при этом они вот обосрались с грозой, когда в ясно... Ну, ты помнишь, да, стримы, когда ясное небо, и у нас херачит гроза. Ну, это, конечно, бредово. Поэтому я считаю, что все-таки вот эти вот тестирования происходят именно тестирование нового глобального обновления, потому что все-таки за такой период времени, это больше полугода, они должны выкатить что-то реально просто жесткое. И вот сказать, вот, ребята, вот, получите, вот реально получите и возрадуйтесь, что наконец-таки мы вам выпускаем реально крутое и офигенное обновление. Поэтому они и тестируют, они проводят тесты, они смотрят, что можно улучшить. Это вот наличный, на мой взгляд, как должна действовать Rockstar в данной ситуации, когда обновление не было очень долго, все ждут, все жаждет это обновление. Вот реально, я не знаю, никакое обновление ни в GTA 5, наверное, не ждали, как сейчас ждут следующего глобального обновления в Red Dead Online, потому что мне эта игра реально очень зашла. Конечно, сейчас RP-серверы вообще... Фу-фу-фу. Вот примерно так они выглядят. Лучше в них не играть. Очень-очень-очень там корявое все сделано. Поэтому ждешь все-таки официально от Rockstar каких-то обновлений. И я надеюсь, что выйдет... Я, конечно, желаю, чтобы вышло намного быстрее. То есть, чтобы нам не пришлось ждать до... 15 августа. И все-таки оно вышло именно... Как в первом случае, я сказал, 12 июля. Хотя в воскресенье, ну и не знаю, может быть, в ночь с 12 на 13 имелось в виду, а не конкретно 12 числа, тогда окей. Еще можно подумать, что вот понедельник, да, это нормальное время, можно выпускать обновление. Но мало верится, что именно воскресенье выйдет. Хотя очень сильно надеюсь, что выйдет именно в ближайшие дни. А по поводу того, что многие сейчас, и возможно ты обратишь на это внимание, что а как так-то, официальной этой информации нету, никаких трейлеров, никакой инфы, а 13 июля уже как бы вот не за горами. А то я тебе скажу, что к предыдущему глобальному обновлению самогонщики, трейлер как раз таки вот этого глобального обновления, если ты, конечно, еще не забыл, а если забыл, то обязательно можешь прочекать эту инфу. В общем, этот трейлер вышел как раз-таки в момент выхода обновления. По-моему, обновление выходило 13 декабря, и как раз-таки трейлер также вышел 13 декабря. Поэтому говорить, что вот почему нет какого-то трейлера, какой-то инфы, я думаю, что Rockstar просто не хочет лажануться, да, потому что, ну, вдруг там игрокам что-то не понравится, придется там что-то переделывать, или наоборот, ну, я даже не знаю, почему у них такая политика, ну, хотя, с другой стороны, возможно, они не хотят именно раскрывать всех своих карт, возможно, они готовят реально что-то годное, потому что в целом самогонщики получилась такая вот профессия, ну, профитная, скажем, минимум есть и максимум прибыли. Можно так ее назвать, потому что там реально заморочек практически нет. Единственное, что с доставкой нужно аккуратно доставлять. А в целом там бабки вообще изи поднимать на этой роли. Поэтому роль реально очень интересно понравилась. Единственное, конечно, костюмов хотелось бы... подожди, вот же ты лежишь, дружочек. Все. Главное, чтобы рейтинг не всучили здесь какой-то заоблачный. Поэтому... Братишки и сестрички, я максимально подробно объясню всю информацию, которая находится на просторах интернета, для того, чтобы ты вообще понял, что нужно ждать. И прям свято верить, что выйдет обновление 12 июля, не нужно. Потому что это лишь предположение, что, ну, возможно, выйдет. Ты должен сам понимать, что это воскресенье. Это уже само время, оно, не знаю... Не для обновления, да, вот день, воскресенье. Для инфы, для какой-то, возможно. Для анонса, возможно. Но
выходит в основном в будни дневного. Поэтому или выйдет понедельник, вторник, или же все-таки придется ждать до 15 августа. Хотя я сам лично надеюсь, что побыстрее выйдет одно, потому что реально уж очень я заждался. Я реально вот, я не знаю, мне уже не хочется заходить сюда. Конечно, иногда я захожу, просто катаюсь, там в сюжетку побегаю, но ничего конкретного я здесь не делал, потому что все уже чуть поднадоело. Хотя прокачивать, конечно, свои роли нужно, но контента нет и настроения тоже нет играть в бесконтентную игру. Но ты уже услышал, что есть радостные новости, поэтому с тебя жирный твой царский лукасик, то что я тебе такие новости принес, да? Это же реально радостная новость. Ты обязательно напиши, ждешь ли ты обновление, играешь ли ты в Red Dead Online, и как тебе вообще онлайн, и чего ты ждешь от следующего обновления, потому что у меня вроде как выходил давным-давно еще весной, да, вот сейчас середина лета, а мы еще вспоминаем видосики, которые выходили весной. Так, в общем, там мы с тобой обсуждали о том, ну, какую роль добавят. Конечно, для такого жесткого ожидания, мне кажется, что они должны добавить не только роль, но еще какие-то там, не знаю, там, ограбления или продолжение сюжетной линии онлайновской, да, мы имеем в виду миссис Леклерк и ее вот этот вот путь мсти и становление и восстановление ее чести. То есть должны что-то реально годное добавить, прям очень-очень много, чтобы игроки реально сказали, ну, молодцы, Rockstar. Я думаю, что Rockstar сделает именно так, потому что ничего парашливого у них никогда не выходило, постоянно реально только одна годнота. Вот, если ты не подписан, обязательно подпишись. Подписка помогает развитию канала и, конечно же, улучшает качество, количество контента. Будет и больше стримов, будет больше видеороликов. И, соответственно, если по подпискам, да, вот, так сказать, это видео принесет много подписчиков, я буду понимать, что RDR тебе интересен. Поэтому не забывай подписаться, если ты еще не подписан. Ну, конечно же, лукасики. Лукасики, они нам необходимы, они нам важны. Если ты хочешь пообщаться или чтобы я сделал видос там на то, что какие там могут роли у нас появиться в игре, то обязательно напиши свои варианты. Вот, не знаю, то ли какую-то роль ждешь, хотя нет, не ждешь. Вот, на твой взгляд, какая роль появится в Red Dead Online? Потому что, например, я жду, например, одного, а может выйти совершенно другое. Да? Потому что я думаю, что вот логически выйдет вот эта роль, но я жду вот эту. Вот, в общем, напиши, что ты ждешь и что должно, по твоему мнению, выйти в Red Dead Online. Мне очень интересно будет твое мнение, и если прям активность будет в наших комментариях, то я обязательно запишу видеоролик на эту тему, что самые ожидаемые роли от вас, моих любимых зрителей, братишек и сестричек. Поэтому принимаем участие, активное участие в обсуждении следующего глобального обновления. Как я сказал, это самое ожидаемое обновление, которое вообще, не знаю, наверное, даже никакой онлайновской игре не ждали так сильно обновления, как сейчас ждут в Red Dead Online. В общем, тебе спасибо, что посмотрел этот видеоролик до конца. Соответственно, ну а ты мне спасибо выразишь лукасом и подпиской. И, соответственно, комментарием. Все. Огромнейшее спасибо тебе. И до встречи в следующих видеороликах. Не забывай приходить на стримы. На стримах очень весело и интересно. Счастливо.